Новые технологии преобразят детские дошкольные учреждения. Как оказалось, компьютерные инновации, известные сейчас родителям, не заканчиваются только электронными очередями. В петербургском Колпино стартовал пилотный проект «Электронный детский сад». Доступ в интернет, цифровое телевидение, системы видеонаблюдения, интерактивный образовательный портал – все эти новшества гарантируют педагогам, родителям и детям широкие возможности. С техническими достижениями познакомился Юрий Третьяков. В этом детском саду усталые игрушки спят гораздо дольше, чем обычно. Картонным лошадкам и плюшевым мишкам очень тяжело конкурировать с электронным всезнаниусом. Он и вопрос интересный задаст, и за ответ похвалит. Интерактивный стол пятилетние детишки освоили едва ли не быстрее, чем сами воспитатели. А вот ежик. Ежик. Умнички. Мультимедийные комплексы, объясняют педагоги, позволяют проводить занятия совершенно другого уровня. Жизнь диктует свои правила. Этим детям уже через несколько лет придется столкнуться с миром, где гаджет давно не роскошь, а просто утилитарный инструмент, которым нужно уметь управлять. Мы вообще, в принципе, такой ситуации не допускаем, что ребенок с утра до вечера сидит за компьютером. Но зато процесс наш образовательный гораздо более интересен для ребенка, для современного, именно в виде вот такого интерактивного оборудования. Пока это лишь пилот. Пилотный проект. В качестве эксперимента администрация Колпинского района Санкт-Петербурга превратила одно из дошкольных учреждений в электронный детский сад. Для детей это развивающие мультимедийные игрушки, для взрослых свободный Wi-Fi, ну куда педагогу сейчас без интернета, и глобальная система видеоконтроля. Вот так выглядит рабочее место современного заведующего детским садом. Немного тесно, зато все хорошо видно. На этот монитор выводится сигнал сразу с 18 камер, так что все учебное заведение под неусыпным контролем. Говорят, что в недалеком будущем такая возможность появится и у наиболее беспокойных родителей. Впрочем, самих родителей интересует больше не контроль за поведением своих чад, а наблюдение за их успехами. Сейчас в музыкальном зале детского сада уже установлена мощная видеокамера. Она обеспечивает онлайн-трансляцию местных праздников в интернет. Современная услуга для современных родителей. Конечно, у меня очень напряженный график работы. И не всегда. Вот в прошлом году я успела только на один праздник прийти. Конечно, если будет снимать детский праздник, естественно, я могу прийти домой, сесть в интернет, да, и посмотреть на своего ребенка вместе с ним же. По итогам эксперимента уже принято решение распространить опыт на все дошкольные учреждения района. Говорят, даже спонсора нашли. В конечном итоге детская Колпино должна связать единая информационная сеть. Юрий Третьяков, Марк Тюнев, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург.